Сегодня в Кот-д'Ивуаре, в Абиджане. Ну, это тоже, в принципе, абсолютно банальная история переселения в Европу. В межворотах! Ой-ой-ой-ой-ой! Риверсайд становится свидетелем фантастического мяча! Хенри Лэнсбери. Да, вот стоило мне сказать, что когда парень в порядке физически, он иной раз такие фортеля исполняет. Но уж такого представить я себе не мог. Я вам отвечаю, что он зрячий бил туда в ворота. Вот это красота. Да, передает привет горячий пламенный Коэну Кастлсу Хенри Лэнсбери. Ну вот это да. Нет, конечно, кто-то скажет, что, может быть, там был рикошет от ноги бельгийского игрока, но отсюда, конечно, это не увидим совершенно. Но чем этот мяч хуже того, что забил в последнем туре Лео Месси, а?